находимся в Варненском порту. Здесь находятся военные корабли, которые навестили Варну по случаю военных учений в Черном море. Но мы за мир и за то, чтобы как можно меньше военных кораблей бороздило наше Черное море. Но мы довольны. Вот сколько разных флагов. И Турции, и Румынии, и еще какой-то. И Болгарии, конечно. Вот такие красавчики. Кораблики у нас есть, Варны. А этот греческий. К нам пришли корабли НАТО. Это турецкий. А этот мы сейчас оттуда поснимаем. Часто к нам приходят корабли НАТО в Варну. Вот это болгарские корабли. Вот так выглядят эти корабли. А этот называется Трент. Это такой большой кораблик. А вот там наши болгарцы. А вот там грузины. Вот это грузинский кораблик. Маленький. Из Очимчири. Я там был когда-то. В молодости. Очимчири. Вот видите, написано. Вот такие красивые кораблики военные. Но они такие маленькие по сравнению с теми, на которых я была в детстве. Мой папа служил на военном корабле. Но это какие-то просто лодочки по сравнению с ним. Пришли корабли НАТО. И это большое событие. И они стоят просто в порту. Интересно, столько кораблей, смотри, отсюда. Да. И колесо обозрения, круто. Наверное, там все обозревают корабли. Находимся в порту Варна. Мы здесь прогуливаемся и смотрим военные корабли НАТО. Это очень интересно. Я люблю военные корабли с детства. И это просто ностальгия по детству. Хотя и НАТО. А вот подводная лодочка. Наконец-то. Увидели только одну. Она турецкая. Маленькая. Вышел из люка. Вообще застрелись, редкий кадр. Задрает люки, погружение 50 метров. Вот такая классная лодочка, маленькая. Вот маяк в Варненском порту. Добрый день. Это Цаца? Цаца. Отлично. Пожалуй, что здесь больше всего яхточек. Это военный корабль.
конкурс под 18 лет к фотке. Вот тебе первое место. 17 лет.